«Кузены» по мотивам книг Микка Инкпена. Зачем тебе мыло? Так легче мыться. Почему? Может, из-за пузырей? Они не попадают в нос. Иногда. Почему ты не умываешься лапками, как я? Умываюсь, но мылю их мылом. Зачем? Так легче мыться. Почему? Может, из-за пузырь... Ты меня уже это спрашивала. Спокойной ночи, мышь. Спокойной ночи, Кипер. Она сказала сюда. Да. Там темно. Смотри, паук. Не люблю пауков. Пришли. Что это? Вот она. Что вы здесь делаете? Ты сказала, что мы можем здесь пожить. Правда? Не помню. Ты наступил на меня. О! Ты попал мне хвостом в ухо. Прости. Он проснулся? Не знаю. Ой, еще рано, мышь. Иди спать. Он проснулся. О, хорошо. Доброе утро, Кипер. О, мышь. Привет, Кипер. Ты рано встал? Ты в порядке? Да. Еда точно наверху. Я чувствую запах. Это мыло гораздо вкуснее. Мышь? Конечно, нет. Мышь, это ты погрызла мыло? Нет. Кто-то его грыз. Мышь? Да? Ты прогрызла дыру в моем хлебе. Ты откусила кусок масла. Ты даже ела мое мыло. Мы же договорились. Это не я. Ну и не я. Поздоровайтесь с Кипером. Ну, привет, Кипер. Кипер. Кипер, это мои кузены. Они будут здесь жить. Я не могу вас различить. У меня длинный хвост и волнистые усы. А у меня длинные усы и волнистый хвост. Кто же из вас мышь? Я! Пойдемте, я вам все покажу. Это мой бассейн.
Бей, тесто, бей, тесто, бей, пекарь, бей. Спеки мне пирог как можно скорей. В печке пеки, не жалей огня. Будет хороший пирог для меня. О, нет! Мышь! Мышь! О, нет! Что за беспорядок? Смотри, кипер, смотри! Прекратите! О, нет! Вы не могли бы играть на полу? Можно еще джема, пожалуйста? Ты сделаешь еще? Ну да, пожалуй, наверное. О, о, ты кто? Я мышь. Я вчера глаз не сомкнула. Я тоже. Им придется уйти. Да. Ты сама скажешь им? Нет. С добрым утром, кипер. С добрым утром, привет. Я не спал. Я тоже. И еда у тебя кончилась. Так что мы пошли. Пока. А вы не против, да? Нет. Нисколько. Пока. 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 Нам хорошо вдвоем.